нам сейчас будет красиво, помнишь, мы здесь приезжали? Смотрите, какие большие олеандры. Вот видите, вот машина, а вот олеандр. А здесь вот есть вот дорожка, где можно гулять с собаками. Привет, Толечки. Наверное, я буду снимать больше вокруг. Себя я не буду снимать, а просто буду как бы, ну, показывать то, что здесь есть. Вообще, это как турбаза на море. В общем, вот. Сейчас мы с Вилюшей дойдем туда. Мы сейчас вышли погулять с ним специально. Вот в отведенное место для собачек. Здесь баки такие специальные, куда можно все выкидывать. Вот. И прям очень классно все предусмотрено. В общем, короче, не буду ничего говорить, если только за кадром пояснять. А так, в принципе, себя. Меня вы и так часто видите. Здесь вот немножко еще поснимаю. Смотрите, здесь яхты. Очень много. Это мы в этот городок еще придем погулять. Там много каналов и такой достаточно, вроде как говорят, интересный. Ну, а это будет потом. Здесь разные домики и кемпинги, и, в общем, и горы. Вот, как красиво, с цветами. В общем, тут отдыхают все как бы такой более... спартанские такие условия, скажем так. Хотя в домиках все устроено, только вот у людей, которые вот в таких машинах, там специально вот впереди там есть туалет, душ и, в общем, все дела. А вот это вот здесь как ресторан. Вот это вот здание коричневое. Сейчас поближе подойдем, еще поснимаю. Вот ресторан. Здесь можно завтракать, обедать, ужинать, хоть весь день тут сидите. А вот здесь, вот смотрите, здесь бассейн. И вот работники здесь все убирают. С собаками сюда нельзя. Вон там плавают уже. А вот там здание, которое слева, это там спортивное оборудование всякое. Там можете заниматься спортом. Вот здесь вот туалеты. Вот здесь вот снаружи прям краны с водой. А вот там вот души. И вот другого типа домики. Я не знаю, какие они там. Вот. А здесь вот такие, прям реально как турбазы. Вот я вам сейчас покажу, вот смотрите. И наш домик тоже вот примерно такой же. И вот на той стороне такие же домики. Вот. Машины здесь стоят, прям вот около наших домов.
Очень все удобно, чисто, красиво. Очень много олеандров. Смотрите, как они просто как живая изгородь здесь вот высажены. Вот. И тепло. Время сейчас еще 9 нету, а на улице 19 градусов. Прям очень приятно на улице находиться. Вы видели, как цветут кактусы? Здесь очень мелко. Вот далеко прям. И все время мелко. Мне сейчас еще меньше, чем по пояс. И хочу показать, какая прозрачная вода. Смотрите, что. Вообще просто. Видно абсолютно все. У многих. Главное не упасть с телефоном. И на этом пляже можно с собаками, поэтому прям очень много с собаками. Вон они там бегают, играют, такие классные. Собаки все очень разные. Вообще. Вода прям классная. Ну, достаточно тепло. Сначала зайти прохладно, а потом хорошо.
У нее на этой ноге нету. Что хочу сказать? Я забываю включать камеру. Я под впечатлением от того, что происходит вокруг. Я потом уже в последний момент вспоминаю, что я ничего не снимала. Это какой-то кошмар. Я не знаю, что делать, как вообще вспомнить о том, что нужно включать телефон. В общем, все замечательно. Я обгорела, конечно, сильно прям. Очень сильно. Я стала обгорать. Такого у меня вообще никогда не было. Это я вот когда заболела, стало такое происходить. И я забываю об этом. То есть у меня муж, он привычный уже, что он обгорает. Я переживаю за мужа, а за себя я даже не думаю. И в результате я обгорела. Но это не вообще все ерунда, потому что то, что вокруг происходит, это все перекрывает, все эти события. Тут и вообще впечатление о том, что вот вокруг прям очень здорово. Вчера идем в Барселоне, и я говорю, ну кто бы мог подумать. А, нет, не вчера. Это мы шли здесь гуляли у нас по городу. Я говорю, я вот реально, если бы вот когда мне было 18 лет, когда я еще с мужем не познакомилась, вот в том возрасте я точно еще помню, что если бы мне сказали, что когда-то я буду там гулять в Испании или во Франции, или там в Германии жить, да, я бы вообще не поверила этому человеку. То есть я бы сказала, что это, ну это неправда, такого не может быть. Короче, представляете, я теперь гуляю с собакой в Испании, недалеко от Барселоны, и вообще много других красивых городов. Испания просто моя любовь, вот огромнейшая любовь, это я не знаю, ни Италия, ни что-то другое, вот Испания это прям вот мое, мне тут прям хорошо. Я не знаю, почему у меня такое ощущение от Испании, может там что-то в прошлых жизнях у меня тут что-то связано, я не знаю, но это с первого же раза, когда мы здесь были, я прям ощутила, как будто я домой приехала, вот представляете, вот такое вот ощущение, и неважно в каком городе нахожусь, вот просто вот... по атмосфере, по энергетике. Я не знаю, как это объяснить вообще. Ой, ну, короче, вообще здесь очень хорошо. Кто чем занимается на пляже? Филюша роет подкоп. Пупы развернулся ко мне. Старается. Да, Филечка? Стараешься? Ну, копай, копай. Копай дальше. Не хочешь? Смотрите, какие ракушки нашла сегодня. Смотрите, какие красивые вообще. А вот эта ракушка вообще прям какого цвета. Необыкновенная. Такая вот как розовая и большая. Вот видите, какая большая. А мне вот эти вот понравились. Они такие толстые. Они очень толстые прям. Не знаю, видно, нет? Вообще классные. Короче, вот. А это вот такая серо-белая, тоже большая. Thank you.
Это мы в соседний городок заехали, в игрушечный магазин. Смотрите, тут прям вот город, и вот набережная, и вот море. Смотрите, как красиво. Жалко, что дождик пошел, а то можно было бы погулять. Ну все, последний вечер. Завтра уезжаем из этой красоты. Очень классно. Здесь родился Сальвадор Дали. Надеюсь, меня слышно. У нас очень сильный ветер. Вот в этом доме. Вон там вон фотография. А вот и здесь вот идет такая, как о нем рассказывается. Видео такое идет. А там он, интересно, такие портеры сделаны. А вот здесь, вот смотрите, подглядывает, как будто кто-то. А, так он там тоже подглядывает. Вон его глаз. Ну, короче, вот такое вот место. Очень интересное. Сейчас пробка, и смотрите, как машины встают специально.